место, что я могу сказать? Место мы постоянно сюда проезжаем. А вот выставка, да, вот такого больше мы, наверное, нигде не увидим. Все это напоминает быт, который здесь царил, и вот эта природа вот с этими фигурами, они какое-то единение, и я чувствую это. Мне очень нравится, и у меня какие-то эмоции такие положительные, и хочется еще самой что-то сотворить. Талантливый художник, еще лучше гениальный художник, он в своих работах всегда оставляет недосказанность для того, чтобы зритель, глядя на его работы, какую-то свою историю составлял. Ну вот, вот этим отличаются работы Владимира Соскиева.